И снова здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики и зрители. Давно не было интересных видео, но очень много заснято, поверьте мне. Вот только три дня это видео со скаутами, это видео скауты, которые приехали к нам. Вот. На Кушмурунское озеро и остановились там, вот 3 дня они там были. То есть очень много заснято, очень много интересного, классного материала. Это молодежь, это директора 2 школ, это, ну, в общем, это надо смотреть. Это очень много заснято, я просто вот перевариваю пока, будет статья в областной газете, в общем-то, будет классно, поверьте, будет обалденно. Далее, значит, по Валихановским местам, съемки по реке, на которой мы побывали, где, ну, Кундузка, в общем-то, это историческая река, это древняя река, в общем-то, это очень интересная река. И познавательно, ну, это надо смотреть. Далее хочу сказать, что вырубка парка на этом не закончилась. И будут разбирательства, и будет статья. И, в общем, смотрите в ближайшее время. Субботу-воскресенье, думаю, много чего интересного будет. И так далее. Мы побываем в селе, которого уже нет, но люди живут, и как они живут, тоже будет очень интересно. Ну и не только это. Всем спасибо и пока-пока. Сейчас скажи, наши приедут, бреднем тут все. Интересно получится.